Об этом сегодня рассказал Мишель Литвак, председатель совета директоров компании «Атека», которая и занимается развитием проекта. Ход работ сегодня оценил помощник президента России Игорь Левитин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Создание индустриального парка идет с прошлого года. Уже строят причалы и углубляют в порту морское дно, чтобы принимать крупногабаритные суда. Возводится железнодорожная станция на 48 сортировочных путей, а также хранилище угля. Соглашение о реализации проекта портово-индустриального парка было подписано на Международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году.